И всем привет, с вами Лексис, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами покажем, как же монтировать видео в Power Director. Да, это такая программа, чтобы монтировать видео. Я всегда тут монтирую видео. Ладно, не буду замазывать. Ага. Вот теперь надо найти какое-то видео, которого... Вот, например, вот этот. Тут у меня смонтировали. Вот тут музыка, я могу ее сейчас выключить. И вот сделал... Я вот сделал кью. И обрезать. Вот красиво идешь. Сразу обрезаю. Бау. Могу даже эффекты тут добавить. Потому что у меня тут только киллы. Переход я, наверное, вам покажу тоже, как его делать. Вот. Тут хоть и любое видео у меня тут монтировано. Вот сюда. Тут есть громко, обрезать, копировано. Обратные вопросы, известнее, скорость, перевернуть на 90 градусов, свежее, стебнисто, понамариванное, не и масштаб же, перевороты, гладкая кожа и руководство. Сейчас я даже могу сделать цвет красивый. Хоть и любимец, хоть вот этот, хоть вот этот, хоть вот этот, хоть вот этот. Вы можете тут любой сделать цвет. Если вы хотите подробнее, пишите в комментарии. Вот, тут даже много их есть. Тут любые есть. Кристаллы зеленые. Кстати, кристаллы я вам советую использовать на очень красивых киллов. Вот, теперь еда. Тут кухня божественная. Божественно можно использовать пир вкусный. Вот этот вкусный очень хорошо использовать. Смотрите. Когда фрагмуви. Бау. Также тут есть громкость менять. Вот ее менять. Я все равно не буду это сохранять, потому что это видео у меня уже... Копировать даже можно, видите? Ребята, кому помог, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!